Удивительные люди там живут, конечно. Зарплата военного в тех местах, она как бы позволяет набирать нормальных людей, поэтому там они умные, добрые, честные, нормальные мужики такие, на которых приятно смотреть. Конечно, значит, сокращение тоже их коснулось, вот, но тем не менее там мы съездили, и было очень хорошо, мы им пели песни, и все это было по-настоящему здорово. Были люди, которые вот мы на корабле, когда ехали на второй день, нам говорят, ну вот, давайте попойте этим людям, а мы никого не знаем. И подходит Миша Михайлов, к первому, сидит маленький вот такой человечек, подходит и говорит, а вот давайте, вот, товарищ ветеран, вы скажите нам тост. Этот человечек встал, сказал тост там какой-то красивый, и мы ему что-то спели. А потом приезжают люди, которые нам объясняют, вот этот человечек, который сейчас говорил, да, он в Корее завалил 20 этих самых американских самолетов в Корее, сейбров, там сейбры были и эти самые, и летающие крепости, и две летающие крепости сбил. Вот. И мы так сразу, тут, да, вот. Вот, ну и вот, вообще, все это место потрясающее, я вам искренне желаю туда приехать, там можно отдыхать, там это бесконечный пляж из белого песка, там огромное синее небо, там это река, откуда можно воду пить, да, оказывается, вот, представляете, из Волги можно пить воду, ну, прикипятили ее там, конечно, сначала, вот, но, тем не менее, из Москвы, я думаю, нельзя пить, даже если ты ее 5 раз прикипятишь, вот, и вот, Ахтубинск. И самолеты вот эти замечательные. Лётное поле, стоит вся наша авиация, стоит наша сцена. Вот, и мы им поем песни. Замечательно, красиво. Красиво, вообще здорово.